День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Исключено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулисы, то, что там происходит, такое, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Пока невозможно ходить на концерты классической музыки, и правительство нам вносит новые, сложнейшие для них задачи, хотела бы сделать маленький анонс. Дело в том, что вышел журнал «Открытый город», в котором опубликовано достаточно большое интервью со мной. Можно приобщиться к культурной жизни и покупайте этот журнал во всех киосках «Нарасон», журнал «Открытый город». А сегодня у нас на связи крайне интересная личность, выдающийся российский виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Елена. Рад вас видеть. Взаимно. Мы с вами беседовали немного более года назад, как раз когда тоже была введена пандемия, карантин, и мы могли общаться только по скайпу. За год мало что изменилось, получается. И, конечно, в России ситуация гораздо лучше. И несмотря на то, что концертов меньше, все же у вас проводятся концерты. Расскажите нашим слушателям, ведь у вас в ближайшее время, вы сейчас играли 7 марта концерт. Какие еще у вас концерты будут? Ну да, в России, слава богу, концерты открылись, хотя 50% аудитории только запускает. Ну, вообще, мне кажется, немножко больше, чуть-чуть больше. Вот. Поэтому это, конечно, очень приятно, потому что действительно целый год не было концертов, и вы, как никто, меня понимаете, как это трудно музыканту быть без концертов. Очень тяжелый год, конечно, невероятный. Но вот пошло довольно интенсивно сейчас, и вот несколько буквально концертов я сыграл в Москве, почти подряд. Вот был такой концерт для меня очень важный 28 февраля. 6 свит Баха в один вечер. Это вот потрясающе. Трудная программа. Я ее, конечно, уже много раз играл, но вообще-то она все равно легче от этого не становится. Ну и, кстати, записан диск еще с этой программой. Два диска записан. Даже два диска. Дважды я это писал и, честно говоря, собираюсь записать третий раз. Вот. Как вы, поскольку вы являетесь тоже очень большим ценителем и исполнителем музыки Баха, вы понимаете, что музыка Баха – это такой неисчерпаемый источник, и со временем все время приходят, в общем-то, новые идеи. Хочется все поменять. Во всяком случае, вот уже две моих записи, которые я сделал, одну в 95-м году, другую в 2004-м, они уже, в общем, для меня лично они устарели. То, что называется, морально устарели. Вот пришли новые идеи, новые штрихи, новые темпы. Поэтому хочется записать в третий раз. Вот. Ну и, в общем, я был рад, что этот концерт наконец произошел в родной филармонии. В концертном зале Чайковского, верно? В зале Чайковского, да. Вот. Там была некоторая предыстория, потому что где-то года 3 или 4 даже назад я предложил Московской филармонии эту программу, но они все-таки как-то немножко скептически к ней отнеслись, потому что всегда у организаторов есть страх. Вот 6 как продать? 3 часа музыки, 2 антракта, ну кто придет, 1 виолончель, а кто останется, значит, к 3-му отделению. Вот. Ну и как-то, в общем, они не так отреагировали, как мне хотелось бы. Поэтому я 2 раза сыграл в Большом зале консерватории при полном аншлаге. Это были консерваторские концерты. Вот. И очень был доволен, что после этого они все-таки меня пригласили сыграть в филармонии. Вот. И, честно говоря, народу было много, но все равно 50% официально, конечно, да, но, может быть, все-таки, мне кажется, было даже чуть больше. Во всяком случае, зал был хороший, никто не ушел к 3-му отделению, это точно совершенно. Вот, все слушали, и, конечно, это огромное счастье вот так долго играть Баха подряд. Вы меня понимаете. Вот да. Вы меня понимаете. Да, и главное, что действительно многие спрашивают, ну а зачем? Вот все-таки
раз это так сложно, так трудно, для чего обязательно вот 6 свит в один вечер? Можно же сыграть в 2 вечера. В конце концов, так многие, в общем-то, как бы нормальные люди так и играют. Да? 2 вечера по 3 свиты. Можно, конечно, я, собственно, и раньше в молодости тоже так играл, но, как вы понимаете, хочется весь цикл вот услышать от начала до конца, потому что это, безусловно, цикл. Я чувствую какую-то внутреннюю связь этих свит и, с другой стороны, какое-то развитие. Хоть кажется, они вроде бы все отдельно друг от друга, а все-таки внутренняя связь есть. Безусловно, есть развитие и в сложности тоже. Да, и то есть от самой простой к самой сложной, просто к невероятно сложной свите. И да. Последние свиты ведь вообще даже технически неудобно исполнять. Она написана не для виолончели, она написана, значит, такой был изобретен Бахом инструмент виола помпоза, где была добавлена 5-я струна ми. Вот. Но этот инструмент совершенно как бы не прижился, он вообще, по-моему, вот тут же исчез после этого. Но Бах успел написать гениальнейшую, абсолютно гениальнейшую 6-ю свиту. И поэтому, в общем-то, мы как бы преодолеваем эти трудности, играем на виолончели, но оно того стоит. Оно того стоит. Как вы разучивали эти 6 свит? Так же от 1-й к 6-й или по-разному? Или все-таки не в этом порядке, от самой простой к самой сложной? Ой, нет, но это, вы знаете, это началось ведь в школе. Конечно, все в школе проходят первую свиту Баха. Она как бы технически несложная, и это действительно может быть для совсем маленьких виолончелистов действительно является таким значительным упражнением. Собственно, ведь вы знаете, что до 20 века, до великого Пабло Казальса, никто всерьез и не рассматривал эту музыку. Все считали, что это этюды, упражнения, и только Казальс это начал исполнять на концертной эстраде по-настоящему, открыл миру красоту этой музыки. Вот. Ну а в школе, да, первая сюита, конечно, была сыграна, потом, наверное, и была вторая. Я его сейчас, честно говоря, так не очень помню, но потом, дело в том, что когда я стал играть на конкурсах, а это произошло уже вот где-то 8-9 класс школы, там нужно было играть 5-ю, 6-ю. Самые сложные. Я уже помню, что 5-я и 6-я, и плюс мой педагог, он был большой любитель таких, знаете, прорывов, потому что я где-то уже в 7-м классе я играл рококо, в 8-м классе 1-й, 6-й, в общем, он очень быстро шел вперед. По-моему, вот 5-я и 6-я потом сразу были. Я точно помню, что 4-ю я доучивал уже в таком как бы в зрелом возрасте. Она, кстати, тоже очень непростая. Она написана в тональности ми бемоль мажор. И для струнных инструментов, вы понимаете, что даже в ре мажоре играть как бы проще. Или в соль мажоре. Ми бемоль мажорная сюита очень сложная. И она тоже одна из моих самых любимых. Невероятно глубокая, невероятно философская. Очень трудная сюита. Практически никогда не звучит на концертной эстраде. Вот 4-я и 6-я, вы их не услышите. Только если кто-то цикл играет. Потому что невероятно сложные. Но, конечно, вопрос сразу скажете, ну что за вопрос? Но все-таки есть любимая сюита из этих 6? Вот прям самая любимая. Ну, вот вы знаете, вот 4-ю обожаю. Просто обожаю. 4-ю и 6-ю. Вот две самых, они, да, две самых сложных, но они самые любимые. В 6-й там есть одна интересная такая деталь. Дело в том, что вообще я обожаю алеманды. Ну, как бы, вот не знаю, вот я их очень люблю. Хотя, конечно, тоже люблю и сарабанды, и понятно, да? Но вот как-то алеманды для меня какая-то всегда немножко загадочная часть, потому что можно очень по-разному их играть. Некоторые подвижные, некоторые, наоборот, можно играть более спокойно, потому что как бы нет такого четкого указания. Понятно, что куранты и жиги быстрые, да? Да. Сарабанды, понятно, что они медленные. А тут как бы это вот все между. И вот алеманда в 6-й сюите написана, она вообще написана очень мелкими как бы длительностями. Там практически все 32-е, вообще даже 64-е есть. Но характер ее вообще мне, когда я изучал в школе, мне показалось, что ее надо играть вообще очень медленно. Ну, я как-то вот так стал ее играть. Мне все спрашивали, а почему ты так медленно играешь? Я говорю, ну, не знаю, мне вот так хочется. Но все как-то с этим примирились. И как бы все знали, что вот я это медленно играю. Но вроде как бы это было убедительно. Вот. И я это играл и на конкурсах на всех. В общем, ничего. Так все спрашивали, но более-менее все это проходило. А потом вышла запись Ростроповича, которую, конечно, весь музыкальный мир, все виолончелисты ждали, когда же Мстислав Леопольдович запишет 6 свит.
Вот. И, значит, в моем исполнении эта «Алиманда» шла минут 13. Да. Представляете, с двумя повторами. То есть, это, конечно, невероятно длинно, поэтому шестая свита вообще записана у меня за 39 минут. Очень, очень длинная. Фактически, свита. А целое отделение концерта. Да, да, безусловно. Ну вот, и вот когда я с трепетом начал слушать диск Ростроповича и дошел до этой «Алиманды», я к своему полному удовольствию и счастью обнаружил, что он ее записал за 14 минут. Еще медленнее. Ну, как бы, да. Но мы же об этом никогда, естественно, не говорили. Он понятия не имел, как я играл. Я не знал, как он играл, потому что он эти сюиты он в Советском Союзе не записывал. Он записывал вторую, пятую еще в советское время. А вот все шесть сюит. И вот как-то получилось, что немножко в одну сторону как-то мы, так сказать, глядели. Вот. Это было очень приятно. И, в общем, я эту «Алиманду» быстрее абсолютно сейчас уже, конечно, не чувствую. Может быть, даже еще медленнее. Вот. Но некоторые виолончелисты этого как бы... Ну, они не понимают, почему надо так медленно играть. Ну, а как объяснить? Да? А никак не объяснишь. Да, свое. Потому что объяснить словами невозможно. Когда вы впервые исполнили этот цикл «Все шесть сюит» Иоганна Себастьяна Баха? Впервые это было, вы знаете, я, конечно, запомнил это число. Я думаю, конечно. Это было 19 декабря 99 года. Первый раз. И это было, кстати, как раз в Большом зале консерватории. Это был очень знаковый для меня концерт, потому что, ну, тогда у меня все-таки не было, как вам сказать, ну, не было такого кредита доверия, да? Все-таки я только начинал свою карьеру в Москве, такую, как бы, вот, в больших залах. Она уже шла, но все-таки я не мог вот прийти и сказать, я хочу вот так и так. Ну, вот как сейчас я делаю. Вот. Но я тогда все-таки вот именно что пришел и сказал, что я вот хочу шесть сюит. Ну, вот тогда точно люди посмотрели вот такими глазами и сказали, слушай, давай, пол партера придет, а к концу будешь играть только пять друзей твоих будет. Но я как-то настоял. Вот как-то я их уговорил, я почувствовал, что это может получиться. Потому что я действительно играл в два вечера, несколько раз в малом зале. Всегда был аншлаг, всегда был невероятный интерес к этой программе. И я почувствовал, что, ну, все-таки, вы знаете, в Москве публика же образована. Действительно. В Москве, в Петербурге. Мне кажется, в таких городах это можно. И действительно, я, конечно, ужасно волновался. Действительно, сколько придет людей. И когда мне где-то минут за 15... Значит, я уже был, естественно, за кулисами, в артистической. И мне пришли и сказали, окажется, полный аншлаг. Вот я был счастлив. Если честно, я был счастлив. Я играл до 11 вечера. 4 часа с двумя антрактами большими по полчаса. Ну, то есть 3 часа музыки, действительно. Вот. Ну, наверное, на шестую сюиту, последнюю, там человек 100 ушло. Ну, в большом зале 1700. Да. В общем, это можно понять. Вот. Им, ну, надо, в общем, было далеко добираться. Да. И это был мой, честно говоря, вот такой первый огромный успех в Москве, после которого, ну, в общем, большая карьера-то в Москве и началась. Так что я во многом этой программе обязан. Я ее всю жизнь, знаете, она проходит такой красной нитью через все узловые моменты моей жизни. Я очень рад, что сейчас снова вот я вернулся к этой программе. Потому что я потом, вот я сыграл, я потом ее долго не играл. Я приходил в себя. Да. Вот. Но сейчас все-таки, конечно, все-таки это полегче идет. Конечно, я сейчас много раз это уже сыграл. Я играл это в Японии, в Сантори Холл, играл в Париже, играл в Сеуле, играл... В общем, я все-таки эту программу за последние годы наиграл. Я сейчас даже не вспомню. Ну и в России играл, кстати. Все-таки в России тоже есть города, где это можно играть. Например, в Екатеринбурге. Был прекрасный концерт, полный зал, никто не ушел. В больших городах это можно играть, кажется. И вообще Бах – это такая универсальная музыка, что я никогда не боюсь играть Баха нигде. Мне кажется, что она универсальна. Она связана через космос как-то вообще со всей гармонией и доходит вообще до всех людей. Мне кажется, что вот если вы даже приехали в самую какую-то глубинку в России, это бывает очень даже, то вот если вы будете играть Баха, то все-таки это возможно. Ну, кстати, ваша вот эта тяга к моноконцерту, вот шесть сюит виолончельных, перешла и ваше органное творчество, потому что вы любите исполнить все творчество Баха, все шесть органных сонат, органная книжечка Баха. Ну да, хочется циклы играть.
Ну вот шесть сонат органных, это тоже было, это примерно как шесть сюит. Это была страшная программа. Вот. Ну, вы это понимаете тоже, как никто, да. Насколько трудно играть трио-сонаты, насколько редко они звучат в концертах. Ой, боже мой, я, конечно, сначала я так ставил, одну-две. И вот обычно играешь какую-то программу и только думаешь, вот сейчас вот эту трио-сонату бы сыграть, пройти ее. Вот. Но потом, как раз, когда играешь все шесть, я их много очень играл. Несколько лет я вообще играл только шесть трио-сонат. И потом, конечно, тоже стало полегче идти, полегче, безусловно. Я тоже считаю, что это, в этом тоже есть своя логика, свой смысл, свой цикл показать, так сказать, как вы его видите. Потому что они тоже как-то связаны между собой. Я чувствую эту взаимосвязь. Потому что они все разные, но вот именно то, что они разные, и выстраиваются в какое-то, так сказать, архитектурное сооружение. Вот. Они тоже все разные сложности, кстати. Я вот не знаю, вам какая кажется более сложная? Какая была самая сложная? Для меня самая сложная – это шестая тоже, соль-мажор. Да. Она мне… Когда вы предложили мне в том году сыграть вместе нам с вами концерт, да. Органные сонаты, да, и как раз предложили мне сыграть соль-мажорную, я так про себя немного ахнула, потому что это та соната, которая мне как бы не давалась. Я сколько раз за нее бралась, и она вот мне, ну вот, не шла. И тут я думаю, ну все, уже договорились, значит, надо. И все, то есть, и она уже, да, стала тоже моей сонатой. И, конечно, наверное, она даже стала любимой сонатой. Поэтому вот я вам очень благодарна за такое экспресс-погружение, потому что, хотя в том году мы хотели в том году с вами играть в Кусково, да, И я готовила ее к тому как раз лету. И такое экспресс-погружение было в эту сонату. И потом уже, конечно, сейчас я ее чувствую совершенно иначе, играю. А для вас какая самая соната? У меня, вы знаете как, дело в том, что я их начал изучать в самом вообще начале, когда я только-только вообще вот пытался как-то скоординировать вообще руки с ногами. У меня, естественно, было сразу желание вообще выступать. Вот еле-еле я еще начал, а хотелось. Я спросил органистов, и у меня вот Александр Владимирович Фисейский, ну, наш крупнейший российский органист, он мне посоветовал, он мне сказал, ну, вот если вы хотите как можно быстрее, вот для координации играйте трио-сонат. Он сам, кстати, вот он играл все шесть сонат в один вечер. Несколько раз я даже присутствовал на одном концерте, замечательно все было. Вот, он вообще как бы считается специалист по трио-сонатам. Вот он говорит, вот это самое трудное, и начните с самого трудного. Тогда все остальное будет быстрее и покажется легче. Я последовал его совету. Конечно, очень было трудно начинать именно с сонат. Я начал со второй, с до минорной. Он, кстати... Я тоже с нее начала, да. Да, он сказал, что одна из самых трудных. Но, кстати, она для меня еще одна из самых красивых. Я ее обожаю просто, да. Вторая соната. Вот. И вот как-то... Поэтому я запомнил, что она очень трудная. Но, может быть, это просто потому, что я с нее начал. А когда уже все шесть играл, наверное, для меня пятая была. Угу. Пятая, с ее масштабности пятой, еще. Очень запутанный, да. Но это тоже вы сыграете. Это тоже я сыграю, да. Дорогие друзья, поезжайте к нам в Россию теперь. И у нас с Александром будет 31 июля в Кусково. Этот замечательный концерт, когда мы сыграем все... шесть трио-сонат, и Александр Князев будет играть на органе все минорные сонаты, а я все мажорные сонаты. Это будет очень любопытно. Да. Дорогие друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся. У нас в гостях замечательный музыкант, виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Не отключайтесь. Радио Болтком.
Радио Болтком. И мы продолжаем нашу культурную среду. У нас в гостях Александр Князев. У нас есть телефонный звонок, мне даже интересно. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я хотела спросить, а как произошло возрождение органной, вернее, не возрождение, а введение в России органной музыки? Потому что, насколько я помню, в Советском Союзе органы не особенно приветствовался. Типа считалось церковной музыкой, и композиторы многие из-за этого были даже, можно сказать, забыты. Кто вот ввел обратно этот орган в музыкальную жизнь России? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Ну, мне кажется, это не совсем верное суждение. В Советском Союзе как раз орган был очень популярен. И был прекраснейший профессор в консерватории Леонид Исаакович Ройзман, который невероятно много сделал для популяризации органа. И были превосходные органисты. Был изумительный органист Сергей Леонидович Дежур. Очень много играл. Ну, Гарри Яковлевич Гродберг играл такое количество концертов. И дело в том, что... Другое дело то, что я считаю, конечно, была некоторая допущена такая, как бы вам сказать, эстетическая, наверное, ошибка, потому что очень много органов поставили в русских церквях, где действительно он как бы не должен был находиться. Но ведь вы знаете, что орган – это инструмент, который связан с акустикой, с помещением. И действительно, для акустики, может быть, это было хорошо. Потом, конечно, пошли ужасные вот эти разборки, когда начали органы убирать. Я, конечно, понимаю церковных людей, но как музыкант для меня это всегда было вопрос... Чудовищно, да. Очень болезненно, да. Угу. Вот. Потому что переноска органа – это вопрос очень серьезный. Вот. Ну, слава богу, вот, например, в Челябинске изумительный орган, там был перенос, и он хорошо как бы встал в новом месте. А где-то это не получилось. И какие-то органы даже были разрушены. Но интерес к органу именно как раз в России очень большой. Почему? Может быть, даже в чем-то чуть-чуть больше, чем в Западной Европе. Потому что в Западной Европе действительно орган – это инструмент церкви, это культовый инструмент, который все как бы с детства знают. А в России это не так. Он немножко всегда какая-то такая загадка. Вот. Ну, например, я знаю, что некоторые люди, которые вообще не слушают классическую музыку, вообще как бы не имеют никакого даже желания ее слушать, они все-таки придут, чтобы... посмотреть на трубы, да, посмотреть на клавиатуру, там, педальная клавиатура их заинтересует. Вот, поэтому я считаю, что в любом случае это хорошо, если люди приходят. В любом случае это хорошо. В России орган сейчас очень популярен, очень много органов почти во всех городах. Даже сейчас ставят электронные органы. Ну, вы знаете, что электронные органы стали, в общем-то, неплохого качества. Вот, конечно, они никогда не будут заменой настоящему органу. Но все-таки я считаю, что если нет настоящего органа, то лучше, чтобы был хотя бы электронный. Поэтому сейчас практически трудно даже найти город, где нету органа. Практически везде. Поэтому очень-очень популярна органная музыка, и я этому очень-очень рад. Вот, вы знаете, я вообще люблю даже ездить в города, вот в Сибири, например. У меня даже огромные абонементы есть. В Новосибирске, в Красноярске, в Томске был абонемент большой. Я играю регулярно в Челябинске, в Екатеринбурге. Всегда. Но я всегда ставлю Баха, и это еще тоже дополнительный стимул. Но всегда приходит много народу. Всегда. Вот. Мне это всегда, конечно, очень радостно. Ну и в Москве, естественно, зал Чайковского. И главное, особенно, что в Большом зале отреставрировали КВЭКОЙ. Вот. Очень много органных концертов. Публика приходит. Вот я надеюсь, что у меня будет в июне концерт на органе в Большом зале. В малом зале регулярные концерты идут, так что нет, органная жизнь в России кипит. Ну, да. Конечно, я понимаю, что такого все-таки органа, как в Риге, в Домском соборе, я должен признаться, ну, в своей невероятной любви к этому инструменту. Для меня в моей жизни это лучший инструмент. Я помню невероятное, конечно, вот это состояние, когда я впервые, это, наверное, был где-то год 9-й или 10-й, впервые приехал в Ригу в Домский собор и сел за этот орган. Конечно, я был просто... Мне даже трудно передать свои ощущения. Я там сыграл несколько концертов. Вообще много концертов. Меня приглашали тогда почти каждый год. Вы там даже диск записали? Два. Даже два диска, да. Два диска. Лейпцигские хоралы, а еще один диск какой? Даже два диска. И вот
Первый диск это была как бы сборная такая программа. Сборная. Там была прелюдия фуга ми бемоль мажор, 6 шуберовских хоралов, 2 фантазии и еще несколько отдельных хоралов. Ну, тоже Бах, тоже Бах. Да, ну, конечно, конечно. Первый диск. А потом уже, да, вот это была огромная работа над 18 хоралами греческими. Я приезжал в Ригу, я не знаю, сколько раз, потому что, сами понимаете, сначала я все это записывал, потом я начал что-то переписывать, потом что-то не сошлось по тону даже, потому что что-то было записано весной, потом осенью тон изменился, надо было снова переписывать. В общем, это была невероятная работа, но очень счастливая. Очень счастливая работа. Я невероятно рад, что это получилось. И, конечно, мечтаю вернуться снова в Ригу, в Домский собор, чтобы продолжить свои записи. Потому что, например, вот Оргель Бюхляйн мне даже нигде не хочется записывать, кроме Риги. Мне кажется, что это нигде не получится. Вот. Собственно, вот у меня записано 3 диска, из которых 2 в Риге, и один только, ну, тоже на хорошем органе, Зильберман в Страсбурге. Там я записал Гольберг-вариации. Я думаю, что Гольберг-вариации, наверное, правильно было записать на не таком большом органе. Может быть, для Риги это было бы, не знаю. Хотя я там это тоже играл. Нет, вы знаете, я, когда начал играть Баха и записывать, я тоже решал, где играть, где записывать. Я начал спрашивать у некоторых органистов. Ну, естественно, немцы меня, конечно, отговаривали писать в Риге. Они говорили, как, это романтический орган, нет, это не для Баха. Вот. Но я спросил человека, которому я доверял больше всех в мире и которого уважаю и люблю как органиста. К сожалению, он ушел от нас 2 года назад. Это Жан Гию. Я спросил его, где мне записывать Баха. Он сказал, я думаю, в Риге. Причем сразу. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что там самый лучший орган. Потрясающе. Самый лучший орган, а Бах – это самая лучшая музыка. Говорит, пишите самую лучшую музыку на самом лучшем органе. Моментально ответил. Вот. И я считаю, что он был совершенно прав. Ну и с Жаном Гию у вас как раз записан еще один диск. Жан Гию на органе аккомпанировал вам 3 гамбовых соната. Это еще один элемент творчества. Которые мы с вами должны тоже сыграть. Да, тоже будем играть. Да, в сентябре. Расскажите о ваших отношениях с этими гамбовыми сонатами. Ведь это тоже написано не для виолончели, а для виолы да гамба. Ну да, конечно, конечно. Официально это для виолы да гамба и клавесин. Но, вы знаете, ну сейчас играть на виолы да гамба, конечно, есть любители именно вот как бы этого рода, так сказать, музыкальной деятельности. Но я к ним не принадлежу. Меня просто как бы это не очень интересует сейчас. На виоле да гамба играть. Хотя я думаю, что это мне было бы возможно. Это не так сложно было бы переучиться. Но учитывая, что вы еще и фортепиано освоили, то вам точно ничего нет невозможного. Нет, ну тут другой вопрос. Тут действительно вопрос. Мне кажется, что виола да гамба и даже все-таки клавесин, но это все-таки инструменты, они как бы вот уходящие путь. Мы очень приятно их слушать. И мы видим как бы вот эту историю тоже, эволюцию музыкальных инструментов. Это все очень приятно. Но вот сейчас именно вот играть на виоле да гамба с клавесином, нет, честно говоря, мне это не очень интересно. Я, кстати, сейчас сыграл эти сонаты, вот я их решил, так сказать, вспомнить к нашему предстоящему концерту. Я их сыграл с роялем. Вот, в малом зале консерватории. Да, в малом зале консерватории был такой концерт. Тоже прекрасно, превосходно. Ну, рояль – это совсем другая история, но там есть тоже свои красоты и какие-то свои, так сказать, возможности, да, вот. Но мне кажется, вообще для этой программы вот именно орган – это самое лучшее. Ну, когда... Потому что все-таки медленные части с педалью, вот это нигде ничего как не... Как вы придумали включить педаль в медленные части и сделать контину, то есть подойти абсолютно творчески к этим сонатам? Это не я, это Жан Гию. Это вообще вот эту всю как бы регистровку медленных частей, с гармонизацией небольшой. Это, конечно, все он придумал, и он совершенно прав, он полностью меня убедил, потому что получается такая красота и такой объем музыкальный, который, если вы просто будете играть вот 2 голоса, ну, на органе это не совсем правильно, нужно играть с педалью, безусловно, да. Нужно использовать все возможности. А получится, что вы просто играете правой рукой, а левая куда? Так тоже, в общем, ну, это как бы все вместе. Вот органично это играть, вот именно, мне кажется, так. Я надеюсь, мы так и сыграем, да? Обязательно, именно так и будем играть. Вообще, я очень жду этого концерта с вами.
Потому что, вы знаете, эта программа тоже стала для меня очень знаковой, любимой, потому что я никогда не забуду вот эту запись с Жаном Гью. Это был март, кстати, это был март. Март 2013 года. 9 лет назад. Замечательная совершенно церковь, где орган тоже был сконструирован. Ведь Жан Гью был дизайнером органа. Mm-hmm. Это его орган. Невероятный орган. 4 мануала, причем 2 мануала находились над входом, а 2 мануала и педаль рядом с алтарем. То есть вообще записывать было очень сложно, потому что непонятно вообще, откуда звук шел, идет. Но какой-то потрясающий эффект был. Но играть быстрые части, чтобы все совпадало, было очень сложно. Я понял, что если я играю вот как бы в долю, я всегда опаздываю. То есть надо было играть на опережение. Это было непросто. Но у нас это получилось. Но я никогда не забуду, как, в общем, в церкви было холодно в марте. Да. Жан Гью сидел в пальто, он все-таки уже даже тогда был немолодой человек. Сидел в пальто, в шарфе. И он каждое утро ходил заниматься, чтобы быть в записи. Вы знаете, вот я вам должен сказать, такого отношения вообще вот к записи, к партнеру, я просто, вы знаете, вот это что-то невероятное. Он играл все варианты, мы же записывали очень много, идеально, он был готов просто, ну, на 1000%. И если он брал одну фальшивую ноту, он еще передо мной извинялся. Но это я просто вообще не знал вообще, что сказать. Я там, господи боже мой, я не могу играть идеально вот все варианты, я так не умею, я делаю монтаж, но мне кажется, я неплохие записи делаю, но я использую монтаж. Конечно, мы тоже использовали его. Но он играл абсолютно феноменально, идеально, фантастически. И еще каждое утро ходил заниматься. Я его спросил, зачем, Жан, зачем вы ходите заниматься? Он говорит, ну как, я должен быть абсолютно в форме с вами. Ну, такого отношения, конечно, да, сказка. Это было просто сказка. Александр, мы в прошлом году с вами беседовали и затронули 2 ваших амплуа – виолончелист и органист. И совершенно не успели поговорить о пианисте. И вот сейчас осталось буквально 10 минут тоже. Давайте поговорим. Когда вы начали играть на фортепиано? Я помню, что вы сказали, что вы для того, чтобы... Почему вы стали играть на органе? Для того, чтобы играть Баха. Потому что Бах больше всего написал для органа. Почему вы стали играть на фортепиано? Чтобы играть Моцарта. Ну, в общем, практически это правда. Это абсолютная правда. Кстати, удивительно, что никто как бы всерьез из моих, даже из моих друзей, ну, так, нет, настоящие друзья, конечно, понимают, но, в принципе, люди считают, что я это делаю специально, чтобы, как бы, ну, еще больше, так сказать, прожекторов на себя направить. Да нет, ну, ей-богу, нет. Достаточно всего уже, абсолютно. Но действительно, Моцарт не написал ни одной ноты для виолончели. Вот я сейчас 7 марта, да, я играл его гениальнейшее произведение симфония концертанта для скрипки альта. Но это я играл... Приложение, да. Вот, ну, в общем, я еще записал 3 скрипичных сонаты. Можно играть, конечно, Моцарта чуть-чуть на виолончели, но очень, очень ограниченно. И это все будет приложение. Моцарт не написал ни одной ноты. Почему он обошел так? Почему? Я думаю, что просто в его время, может быть, не было какого-то виолончелиста такого супервиртуозного, который бы вот на виолончели играть Моцарта адски сложно. Это просто почти нереально. Ну, за редким исключением. Потому что вот такую, конечно, невероятную легкость и виртуозность добиться на виолончели тяжело. Поэтому это все действительно ради того, чтобы играть вот концерты Моцарта, я стал играть их. Я не могу сказать, что я их много сыграл, потому что, конечно, времени не хватает. Сколько сыграли? Я сейчас еще на Баха тоже переключился. Вот, кстати, вот через 10 дней будет концерт в Большом зале. Невероятной программы. Я должен сказать, 3 концерта Баха. Один из которых я должен только вот сейчас должен выучить быстро. Двойной концерт, который, надеюсь, сыграть со своей дочкой, которая у меня теперь... Она у меня теперь доцент консерватории. А на чем играет пианист. Дочка ваша? Пианистка. Пианистка. Ну, концерт для 2 роялей, доминорный. Фантастика. Вот. То есть для 2 клавиров, да? То есть вы сейчас учите клавирные концерты Баха? Да. 2 я уже играл, фа минор, соль минор. И вот сейчас надо быстро выучить двойной. Во 2-м отделении прозвучит концерт Моцарта 14-й. Ну, это я играл много раз. И симфония концертанта на виолончели. В общем, бешеная программа. 2 инструмента. 5 произведений вот, через 10 дней.
Потрясающе, потрясающе. Ну, на органе вы учились у, если не ошибаюсь, у профессора Козловой, да? Галина Ивановна. Да, Галина Ивановна Козловой. На фортепиано у кого брали уроки? Ведь просто так все равно, я понимаю ваше мастерство виолончелиста, органиста, но все равно же вот это вот какая-то вот такая кухня именно отдельного инструмента. Ну, тут, как вам сказать, ну, конечно, было общее фортепиано в школе, но это не то. Вот, в принципе, тут я должен честно признаться, я, наверное, самоучка, я использую какие-то навыки органные какие-то. Ну, после Гольдберг-вариации я все-таки почувствовал, что я как бы все-таки пальчики двигаются. Хотя, конечно, рояль – это абсолютно все другое, абсолютно. Но я взял несколько уроков у своих великих партнеров, вот Коля Луганский там пару раз меня послушал. Но, в общем, так сказать, что я у кого-то учился, я бы не сказал. Ну, вот моя дочь тоже мне дала несколько хороших уроков, таких очень таких критичных, вот. Ну, в общем, как бы так. Тут я не могу назвать какого-то педагога, к сожалению. Я бы с удовольствием бы у кого-то поучился, но где найти для этого время? Вот как вы находите, как вы распределяете свой день? Потому что у вас концерты и в качестве виолончелиста, и органиста, и пианиста, и это все одновременно фактически. Вот ваш день, как вы распределяете репетиции? Ой, ну это все вот просто, вот когда нужно вот какую-то программу, вот сейчас я буду заниматься с утра до вечера на рояле. Сейчас нет виолончельных концертов, слава богу, 10 дней. Вот, сейчас будет только рояль, только рояль. Естественно, вот я постараюсь это быстро успеть как-то все выучить, обыграть. А потом будет концерт в Калининграде на органе. Тогда будет орган. Ну, в общем, как-то так. Я, кстати, очень не люблю смешивать. Вот я в один день не могу заниматься даже на двух инструментах. Абсолютно нереально. У меня есть органные дни, фортепианные, виолончельные, как-то так делю. Ну, мне помогает то, что мне это все безумно нравится и интересно. Вот это мне, пока мне это интересно, я думаю, что все будет получаться. Я надеюсь, что это всегда будет, потому что любовь к музыке – это, вот, в общем-то, самое главное, что есть в моей жизни. Действительно, так и есть. И есть ли кто-то из органных композиторов, кроме Баха, кто тоже интересует вас? Нет, я вообще очень люблю органную музыку и другую, например, Франк. Обожаю. Да. Ну, это опять-таки как Бах, как говорят, да, папаша Франк – это французский Бах. Да, Бах. Это французский Бах, да. Да, ну просто как бы в Бахе я больше себя чувствую свободно. Я как бы вот в Бахе, правда, я себя чувствую как рыба в воде. Я чувствую, что я всегда могу найти, вот быстро найти то, что нужно. И по регистровке, и по артикуляции. Вот там же совсем вся другая эстетика, я ее хуже знаю. Мне это безумно нравится музыка. Я сам играл даже третий хорал на окончании консерватории в Нижнем Новгороде. Вот, с Галиной Ивановной мы его проходили. К сожалению, только один успели. Вот хорал и Франк мне бы хотелось, конечно, все три бы когда-нибудь выучить. Очень люблю произведение Брамса, последнее, 122-й опус, один из хоральных ключей. Да, да, да. Кстати, в апреле буду играть его. А, будете все играть. Буду. Вот. Но все-таки я не чувствую себя совсем знатоком вот такой специфической органной музыки, как Вьерн, Видор, вот эта французская романтика. Там я если честно, я не очень люблю. Я не очень люблю, я не очень понимаю, и как-то я стараюсь этого избегать. Вот. Брамса, я думаю, что я тоже как бы чувствую то, что там нужно сделать. Вот. Конечно, бы хотел поиграть когда-то концерты Генделя. 16 органных концертов Генделя, превосходных. И несколько произведений Моцарта, которые... Вот, Моцарт мало тоже написал, но все-таки вот это две фантазии. Да-да-да. Потрясающе. Ну, а, кстати, как вам удалось поиграть гайдны? Почему именно гайдны играли на органе? Я играл с оркестром много раз. Ну, превосходный концерт. Превосходный. Их 6. Вот, они не все равноценные, но вот первые где-то 2 изумительные. Я их много раз играл с оркестром, конечно. И вот Генделя бы вообще хотел заняться. Гендель, безусловно. То есть можно предполагать, что скоро будет цикл генделевских концертов? Ну, не знаю, скоро, не скоро. Надо время находить. Времени, конечно, очень-очень... На самом деле, действительно, все нелегко. Действительно, сейчас, когда стало больше концертов, сейчас начинается такой немножко круговорот. Но я надеюсь как-то лавировать. А вот этот вот период, который и в России тоже был достаточно длительный, когда вообще не было концертов,
Вы его использовали для того, чтобы увеличить репертуар? Или все-таки погрузились в эту тьму, которая как поглотила многих музыкантов? Потому что вроде бы время появилось, но мы настолько оказались не готовы к этой резкой остановке, что мы не поняли, что нужно сесть и срочно заниматься. Знаете, вот сначала я именно так и поступил. Вот именно в марте, я помню, что я приехал из Франции 8 марта, вот практически ровно год назад. Да. Потом все закрылось. Да, я тут же сел заниматься, я подумал, что ой, сколько можно сделать. А когда потом вот все это пошло больше, если честно, я впал тоже в сильную депрессию. Я не занимался, вообще потом как-то я плохо себя чувствовал. В общем, не могу сказать, что был такой прямо плодотворный для меня этот период. Вот, я немножко как бы, да, я тоже почувствовал депрессивность вообще, которая может случиться с каждым из нас в любой момент. Вот это осознать довольно тяжело. И даже не сразу можно почувствовать начало. Да. Вот, поэтому я, конечно, вот я помню, вот лето такое трудное было, тяжелое. Да. Но с сентября как бы пошло лучше. В сентябре концерты начались, и, конечно, лучше стало. Да, но я, правда, как раз в сентябре я переболел. А, вы проболели. Да, потом я болел, в октябре я очень плохо себя чувствовал еще месяц, хотя и в легкой форме болел все равно. Ну, а с ноября как-то уже пошли концерты, уже пошло лучше. Александр... Я вот желаю, чтобы... Хочу два слова сказать. Я знаю, что у вас пока все закрыто, да, в Латвии? Еще хуже становится, хотят вообще все закрыть, да? Ну, я надеюсь, что скоро придет вакцина, неважно какая, неважно откуда. Вот я хочу воспользоваться и передать всем жителям Латвии здоровье и, конечно, процветание. И, безусловно, вообще, я ведь в Риге играл очень много раз на всех инструментах, ну, кроме рояля пока. Вот. На самом деле, мой самый первый концерт вообще профессиональный, как бы вот, после конкурса Чайковского в 78 году, был в Юрмале. Я никогда этого не забуду, потому что первый концерт, он не забывается. Очень много играл просто на виолончели в Риге, с оркестрами много играл. Сотрудничаю с вашим потрясающим латвийским дирижером Андресом Пога, изумительным музыкантом. Вот мы с ним много играли в разных странах. Мы вообще как бы в одном бюро работаем в Париже. Вот. Ну и, конечно, Домский собор. Поэтому меня с Латвией связывает очень много. И я желаю, чтобы как можно скорее все открылось, зазвучала музыка, потому что жить без музыки, как мы поняли, совершенно невозможно. Просто невозможно. Поэтому я желаю всем здоровья и процветания в вашей замечательной стране, и чтобы скорее все открылось. Александр, какую посоветуете послушать запись в вашем исполнении? У вас очень много записей в Ютубе. И вот нашим слушателям вот пойти... Открыть и послушать, вот прямо сейчас. Я даже не знаю. Ну, может быть, соната Брамса, вот один из последних моих дисков с замечательным пианистом Андреем Коробейниковым, моим другом. Вот три сонаты Брамса записаны. Кстати, третья скрипичная записана тоже. Очень редкая запись на виолончели. По-моему, только Йо-Йо Ма записывал. Я еще много приложений сделал. Мне кажется, это хорошая запись. Пока она мне еще нравится. Пока еще нравится. Дорогие друзья, у нас в гостях был замечательный музыкант, выдающийся российский виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Александр, благодарю вас за беседу, за ваше время. До новых встреч уже, нашей с вами встреч в Москве. А слушателями, надеюсь, также будем встречаться в эфире. До свидания. Спасибо, Елена. Спасибо. До встречи. До свидания. На одной волне с городом. Радио.